каждый раз у нас новые бойцы, новые чемпионы. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Уровень бойцов разный, от первых поединков самых простых и молодых ребят до последующих поединков, где будут более опытные спортсмены представлены. Мне очень приятно, что бои именно вечером, потому что можно уложить детей спать и приехать сразу сюда. Listen to the hate, no, listen to my fate, yo, destined to be great, yo. Продвигаем эту культуру, смешивая ее с ночной жизнью, с ночными клубами, привлекая огромное количество творческих людей, которые поддерживают нас. Каналу Body Money огромный привет, это первый бойцовский. Меня зовут Глеб Жемчуков, я являюсь официальным ведущим данного турнира. У нас уже 31-й турнир. Сейчас на ваших глазах происходят события, которые можно встретить на любом турнире ПММА. Меня зовут Новицкий Станислав, я судья первой категории Союза ММА России. Сегодня наша бригада обслуживает этот замечательный турнир. И я уверен, что бои будут зрелищные и красочные. Спортсмены проявят свое упорство и честь. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы судейство в этих поединках было максимально непредвзятым и честным. Уровень бойцов разный, от первых поединков самых простых и молодых ребят до последующих поединков, где будут более опытные спортсмены представлены. В любом случае и у начинающих, и у профессионалов прослеживается уже определенная техника и те навыки, которые они нарабатывают на тренировках. Listen to the hate, no, listen to my fate, yeah. Yeah, we like to go. Put me on ESPN, yeah. Put me on top of the 10, yeah. Pilots again and again, yeah. No, I ain't here to make friends, yeah. Taking it straight to the bank, yeah. I'm like a shark in a tank, yeah. And if your girl misbehave, yeah, I'll give your girl like a spank, yeah. That's making me out of my head, yeah. I don't belong in my bed, yeah. I should be famous instead, yeah. I wanna stop till I'm dead, yeah. Never let them hate, tell them I'll be great. It's gotta be my fate, you can take it to the bank. I just wanna get it while I can, when I get it, I'll be damned if I'ma let it get away, but let them fight. Я хочу сказать, что я рад за тех молодых ребят, которые дальше продвигают настоящее мужское искусство, которые помогают мужчинам, а этого сейчас очень сильно не хватает, оставаться именно быть теми самыми мужчинами, которые должны радовать наших прекрасных, замечательных женщин.
привет, ребята. Меня зовут Дил, я являюсь партнером и спонсором этих боев. Мне очень приятно, что бои именно вечером, потому что можно уложить детей спать и приехать сразу сюда. Я думаю, что победит сильнейший, мы это увидим скоро. Атмосфера. Бой, конечно, получился чуть сложный, но благодаря упорству получилось выиграть. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Я сам занимаюсь кикбоксингом, старался больше со стойки работать. Мне тренера сказали, что мой соперник хорошо борется, поэтому я старался не пропускать тейкдауны, работать первым номером. И хотел закончить бой досрочно со стойки, но получилось, что мой соперник устал. Мне самому удалось провести тейкдаун и задушить его, так сказать, сделать, провести удушающий прием. Всем любителям ММА я приглашаю уже потенциально на 32-й наш турнир. Каждый раз у нас новые бойцы, новые чемпионы, новые места. В формате смешанные единоборства мы продвигаем эту культуру, смешивая ее с ночной жизнью, с ночными клубами, привлекая огромное количество творческих людей, которые поддерживают нас. Поэтому любите спорт, любите бои, поддерживайте бойцов, приходите на наши турниры.